колхозы, бухгалтеры, хэсимон, пенсионава, культурный центр, Ирхаря, как сидер. Урис Харамдар Мантанги, озан ирки торадыр там мады. То исхаряр кагу, чумлмонтан пыла кагу, крызна сарим чакси. Кряду, тадан ия, и чумлмон сарамдар камсатав кирагу. Сарим обтаг ора исамдар васа норярар пурумэ ире. Кяду, ури изо айпаригу, иго кянг ирке культурный центр чигу исимнида. Здесь, да, вот, ну, вот, в сторону, отсюда как еще в сторону Солдатского ехать, да. Вот, ну, вот, один, вот, Солдатский, на Ангель ближе. Наны ирчен кубяк сасип самнёндо, гисы насымни, и гисы насымни, да. Ирчен кубяк сасип самнёндо, сасип самнёндо. Иисус насыпнида. Я кузе Иисус насы, Иисус чарасы, Иисус курирго. Озан парси маганди кьян инги. Автобиографии ротамари. Кире. Можно я вам немножко шапку попробую? Чуть-чуть. Так. Я Ли Галина, 45-го года. Проживаю здесь 61-го года. Вышла замуж в 62-м году. Родила 5 детей. Работала в больнице в роддоме. Ну, вышла на пенсию с больницы. Вот вся биография. 5 детей, дети в Корее. Югай Родион Чаирович, 54-го года рождения. Родился здесь в колхозе, учился здесь, работал здесь. Сова Дингиза Катамар. Невеста откуда? Димитровская, Ивановская. Ездили раньше на Украину. Кобунди, лук сажать, арбуз сажать. Потом случайно хор попал я сюда. Но зато благодаря ему первое место. Вот так живем. Вот так живем в колхозе, все дружно живем. В Корее были? Откуда? Нет. Ну, председатель выступил уже. И все. Каждый сам за себя. Ну, я Ким Лилия. Родилась здесь. Здесь я школу закончила. В каком году? В 52-м году. 52-го года, в марте месяце. Ну, потом закончила Ташкентский корпоративный техникум в Фергане. Это был филиал на товароведение промышленных товаров. Потом вышла замуж. Родила 3 детей. И двое сейчас в Корее, одна этот, в России, там, в Липецке. Идите направо. Меня зовут Пак Маргарита Ирленовна. Я родилась в 64-м году. Но родилась в Гулистане, но когда мне было 3 месяца, мы переехали сюда с родителями. Закончила школу здесь. Потом, после школы, закончила нархоз в Ташкенте. Работала, вы, наверное, знаете, газета «Тхуниль». Здесь она осталась? Да, в Ташгу тогда была типография, я была набором. Офсетная этот, машинка была, я там набирала корейский текст. Ли Максим Константинович, 1954 года рождения. Родился здесь. Вот Алматы. Ну, они вот тут как бы так наполовину, один это, в Корее проживают. Пойдемте, у вас, я говорю, отопление. Да, вот этот телефон мой. Школу здесь тоже закончил. Я работал в Ташкенте, ездил на машине, на грузовой машине. Ну, это вот такая трудовая жизнь, можно сказать. Потом родственники приехали с Душанбе, это Таджикистан. Кованди, что-то я сказал, давай Кованди, поехали. Я вот поехал первый год. Кенги после этого, можно сказать, всю трудовую жизнь почти Кобанди занимался. В 53-м году уже стояло это здание. Построили после... После войны? Да, после военного года вот такое здание построили. Ну, если хотите, вот здесь сойдете, потом здесь. Здесь собрания, праздники, вот здесь мы проводим. Да. Это,
Зал хороший, да? Ну, вы зажиточные, да. Не, вот потолок, наверное, нигде не увидите, вот такую красоту там. Потолок как у Чикаго. Да. А верху, гипсолетка тоже. А, вот. Это все. Там же смотри, да? Ага. Здравствуйте. Яко, это уже почти, думали, развалится. Кенди недавно там в музею власть пришел и установили вот это все. Кира, вот здесь она урик, я так один, один меня как мы хаму, кян, чем месяц мочи надо, тувонча, севонча, кян, чиком дура унесина кремнеда. Кира, арза уйра, ой, тераны камзамнеда. Кира, нам мусун мар май чи халкон обсим, норяр пурам, чагмана норяр пурузи. Э, монжо, чел монжо, а? Чел монжо, ирим аго споне. 네, 이름을 좀 소개해 주세요. 아, 네. 나도 내 이름 다 아는 거 같지. 아, 네. 네. 나는 젠줄리게 리올가 이바노나라고. 그냥 이바노나라는 그래서 일하다나 그 멜리찬 이바노 나 그래서 리올가. 네, 몇 년생이세요? 아? 연세가 어떻게 되세요? 나이가 어떻게 되세요? 몇 살인가 물어봐. 몇 살인가? 네. 아, 85. А сейчас сколько здесь корейцев осталось? Ну, в принципе, мало, одни старики остались. Из-за этого молодежь почти себя уехала на заработки сейчас. Здесь в последнее время заработки плохо. Как в основном все Кореи уехали. Сейчас в Корее там уже они обосновались уже, семьями остались. Теперь еще и стариков туда тоже тянут, уже не хотят. А, уезжают, да? Да, не хотят. Чекамену. Рентген лаборанка, пионеса итин и хэсэм нида. Кдам панен абази кэгсэ ир мохаге хэсэ, че сачик мсира ханга куремагу. Ичион. Кэгивасэ 4 года воспитательница дирахаву. Кдам панен переквалифицировалась на повара. И до пенсии работала на поваром. И все, конец вот так. Это сколько же было женихов, Дмитриевич, что все сюда замуж. Это загадочное место, да, совсем место. Такие парни были, наверное, здесь, прямо, что все сюда приезжали. Если бы не мороз, то вот где-то так хорошо можно было бы все это делать. Ну да, вот это место. Видите, сейчас все по-корейски дети говорят? Старший говорит, старшая дочка говорит. Только ингимар хадим. А, ингимар хадим. Я сейчас хангук наган сарм, та хангук мар хадим. А? Мусира. Хангук мар айханда марьи. Ингимар хадим. Мои дети все говорят. Боримар, ингимар. Сама говорю. Хангук мар я не умею. Саран, саран, не саран, Коги мосын пачинга. Оппа дун, Иван, хори бирта, Не саран, ия, Хану мэнсар, Кыгон аре, Монса качи манан сарам, Ири бадо не сарам, Чори бадо не сарам, Оба тунг-дунг не сарам, Не сарам-ия. Нанум олле пионе, чондл гатыг не сарам, Касым кипи пионе, не сарам-ия. Сансурие пуни васо, пуни воли, Пинун сарам, Ханнель катыне сарам, Пенни качи пуруро, Понам опси не сарам, Не сарам ия.
Вот это у нас типа маленький музей. В нашем колхозе при Союзе 21 герой соцтруда. А, 21 или как? Я думал, 24 вроде бы писали. Да-да, 24 тяжело. Но жили здесь, два человека здесь не с нашего колхоза, но... Тогда мы там можем, мы где-то хэппонер я мали. Хорошо. 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 Туру ингесу контора ильта ильханке. Я чудамен, когда помогаме вот так. Расчетный бухгалтер, зерату, мусульгу. Я магаме главный бухгалтер, хадага пенсия на вас. Я науйка на то, ай нары, югисы исандр качи ижары. Не опан норге чоба хаданай, ай нозау куре. 여기서 누구랑 같이 사세요? 응? 누구랑 같이 살아요? 네, 누가선 네, 네. 지금 남은 산 아들이 다 떠나 가고 큰 딸이 날씬 사고 조그만 딸은 가나다 사고 걔 아들이 내 같이 있어. 아들이 내 같이 집에 같이 있어. 걔 지금 그전에 또 이제 넘어서 다리 상하잖아. 아무래도 못 당겨도 그래도 인결 오기 싶어서 여기 온다 하면 그저 기뻐서 막 온단 말이. 걔는 안 줄 거지네. 기쁨이 넘친단 말이. 날 이자에 버리고 얼가관 날 데리 내봐야 된다고 그러니까 어서 맨날 이 막심 내 같이 일하잖아. 걔 우리 이 여자들이 대단히 아니 다 기쁨 따네 무슨 어쩐다 다 와서 다 그렇게 그렇게 우리 재밌게 여태까지 지내보냅니다. 그 사람 할머니 할아버지는 고려서 왔지. 고려서. 세베르 코리아에서 왔어요. 북한에서? 네. 네. 북한 어디서? 경차 어디 강원도에서? 아니면 어디, 혹시 어디서 왔는지 아세요? 그건 모르지네. 그것은 내 모르지. 노래를 하자니까 어디서 너무 해난지 오라 다 잃어버린단 말이 자꾸. 누가 나의 법으로. 또 불려도 아버지는 대답이 없고 서름에 찬 금강산만 며하리 지내 어린 딸을 부여안고 서름에 우는 어머니 가슴속은 피눈물 지네 세월이 흘렸어 눈이 오는가 변하니 사무쳐 눈보래 지는가 저주로움이 세상 살고서 떠나 어머니 가슴속엔 피눈물 지네 요뿐입니다. 아이 하다 자꾸 하라니까 나 얘다 어선 해난지 오래지 그전엔 저이 우리 싹 저 호랑철에 댕겨서 챙겨 그냥 했지 어전 며칠 이거 아이 하다 나니까 나 вот этот человек где-то, вот смотрите, с 41 по 62 год, если только при нем все это здание было построено. Вот он. Да, вот биография его. Как она, можно сказать, он все это основал в колхозе. Шин Дзюнди. Корейские имена, вот смотри, у них больше половины корейские имена. Почти, ну, раньше у всех корейские имена же были. Манчжэн да, Коригу, Пэчэн, Пэнгэн. Где Турвасы уже второе имя русское у всех появилось. А Кэнгэн вначале-то... Не скромничайте. Да. Честное слово. Можно, можно петь уже. Да, не тяните, сильно запали. Та цехан томуя, норерл пуруца,
우리 서로 태어난 조국을 따라도 다시 좀 네 부르는 дай мне к дай мне шпаргалку дайте дайте мне шпаргалку Чогуги пурурун ханыри гасо сальтыран хиндидо уринын царане хватит Хеяди면 그립고 만하면 존다부 사랑하는 동무야 나의 보시오 세월은 흘러고 산천은 변하도 우리의 우지는 가를 수 없다네 Никогда слова Айхаданаи. Вот эти наши школы. Школа заочная. Да, вот это все наши учителя, по-моему, учителя это, наши учителя. Вот это раньше директором школы был, завучем, а это его жена Любовь Никитична парторгом здесь работала. Я, вот это все наши герои, те, кто рисовали фото от им. Олег Ников. Олег М. Да, это вы, наверное, в Алмате знаете, может, он? Нет. Вот это все наши герои. Споем куплетик. Психака. Поддержку. Северинун бирыл тамады Семен, нагарыл пумеки уси, нае амани. Мангади сованыр, хеари по Семен, чосоне коункум, попива чусоне. Пивадо, нунвадо, мангир танадо, Сонцаба икусин, нае амани, Сунганыр сарадо, пинаге салаго, Килежун кыпумур, не ой ижура. Все? Я мелодию забыла. А, все, все. Усымтинын кодаран тунын тонгдя кин мария малёмнын усуми Баар ла илят кот, хэнги тыль нали мёнсо, кё джангэсо уринын манасо, бам ханыре пёль мангу минан, су манатан, Урие и ягидыль, парам качи, канда гухедо. Онде радо нананы дильтио. У нас же раньше фольклорный ансамбль был. Это... Даже в Москву ездили. Ух ты. В Москву ездили.
Все, Москва, касса на выставке достижений народного хозяйства, касса, вот это радио, да, подарили. Она, знаете, с какого года она была сейчас? В 54-м году вот это радио, представляете, рабочая, 54-м, ВДНХ там. Первый фильм снимали здесь, в Ташкенте, если, знаете, помните, Макинду, да, вот это? Да. Да? Вот это радио как раз там кусочек попало. Я отвез туда. Здесь шерпый год это радио, это подарок. Хороший приют был. Я раньше не знал, что здесь в колхозе у нас. Постоянно в разъездах. Тенгидана, Мисиги, много даже толком не знал. Оказывается, здесь корейский центр раньше был. Тенги каждый год здесь это отчетно-выборное собрание, председатель выбирает. И вот я случайно с одним другом, товарищем, мимо Чинагача. Тут собрание идет, зайдем там, посмотрим, что-то происходит. Случайно Тырганге, там председатель уходит, говорит, Корею, как это, там было, как это в Корее. Кенге другого человека надо выбрать, говорит. Я смотрю, там никто не хочет, Ири все равно тяжело с людьми работать. Кенге один человек встает, говорит, я знаю один человек, который может работать, он такой, все перечислил, какие у меня там. Таланту, Мисигу, а вот так перечислил. Я смотрю, кто это человек, и подходит ко мне. Не успел, Хаджанги уже все вручили мне. Вот папка, все, ты председатель работы. Кенге уже 10 лет почти прошло. Где-то 2014 или 2015 года вот это произошло. Я вообще, честно говоря, тихий, вот такой, голоса нет. Кенге, вот Хирганду до сих пор, не знаю, потихоньку тяну людей в этом колхозе. Ну, люди, главное, конечно, здесь помогают. Видите, бабушки там, клич дали они, надо, значит, надо. Кенка, вот. Иранка, она очень легко с ними работает. Кенка, а здесь, оказывается, хоровые коллективы. Раньше большое количество, сейчас видели, бабушки, как хорошо поют они. Кенге сейчас состав, конечно, уже более молодые стали. Молодые ранги, да и то все за 60 в основном. Не хочу сказать, что я более-менее хорошо пою. Я, в общем, близко к корейской песне плохо связано было. Язык тяжело, язык плохо. До сих пор язык плохо поворачивается. По-русски. Кенге корейский, кенге хадынге. Научился Роман уже корейским песням. Вот у нас репертуаре уже, мы хотя не поем, от 50 до 70 песен есть в репертуаре. Вот, допустим, у нас основной солист, он сейчас пел же. У него песен где-то 50 этим. Кенге, у нас и северные, и южнокорейские песни. Кенге в то время что-то, помните, там что-то на Северную Корею, там санкции туда-сюда, северную нам запретили петь. И, в основном мы сейчас южный поем, Роман. Вон та фотография была вот в этом музее. Потом вот эта фотография была. Вот где дарят цветы, вот она была там. Вот несколько фотографий, которые туда попали, в Корею, там всего. Чьи гукмейцам приходили люди, вот те, кто переехали уже в Корею, кто живет, вот, вот участники ансамбля тоже приходили. Вот они приходили, увидели себя фотографии, встречались вот, с Виктором Ивановичем. Конечно, были очень удивлены, были очень рады. Да я сам был удивлен. Невероятно. Можно? Так, стоп, давайте еще раз. А то все начали на раз. Три, четыре.
Ну, у меня просто тоже вот южнокорейская песня. Ну, а там я песни посмотрел, все песни про любовь. Там туда смотришь саран, здесь смотришь саран. И я тоже саран. Как там песня начинается? А, это с музыкой хорошо бы звучит. Музыка в душе, музыка в душе. А, ну вот сейчас. Везде же про любовь надо петь. Саран, саран, не саран я. Кока-катын, не саран я. Куодия пиена. Казым соге пиене, арым тауне сарана. Тальбода докон саран, коппода докон саран. Онже падо наеним, оди гадо наеним, чонгым каттым не сарана. Вот такая песня. Это 92-го или 93-го года состав еще был. Я их в 80-м году еще снимал. Это ваши фотографии? Вот это все фотографии мои. Там дело в чем? Когда? В прошлом году проводили, да? В прошлом году проводили мы как раз таки вечер памяти Олега Николаевича М. Вот я это говорю, который был такой общественный лидер, да? И в памяти его, он умер-то в Алма-Ате. Но вот так как он отсюда родом, да, как бы, да? И вот мы здесь проводили, и... А это как все вот мои архивные фотографии, которые как бы, мы с ним друзья, поэтому у меня самый, по-моему, большой архив именно по колхозу Димитров. Вот это все фотографии, которые я снимал здесь, в этом Димитрове. И уже гармонидер, кузоня тангидан гармонидер, но есть, чоком пивунра, пивун кукраме. Я не хабунча харам, не чангмана хамадир хагясни. Да, ебосео. Ярымнал курум тио, ханло нарагарка, хигохин пейно тио, падало хейо карка, не саранга, падало хейо карка. Купнита. А, 지금은 많이 나이라 시간 보내죠. 우리 그 전에 할머니들 이런 노래 부르는 게 이글랜데 지금서 나 먹어서 덜 당기는만 당신네 온다 할까나 에 노래 불러 불러드리면 나 부셀로 밤에 우리 그거 그 전에 하던 거 배워서. 그냥 그래 밤에 그 자자고 있으세요. 아, 그래 오늘 그냥 기별 없어. 아, 아무래도 날이 이래서 뭔가 그래서 그래. 그래서 오로 한 달 그래서 이랬던 게 얼마 그래서.
темноте, влюбленный день настаем на твоей темноте. Крылья под окном рядом с чертами, я пойму, что я вновь не один. Ведь он придет, как придет твоей темноте, влюбленный день настаем на твоей темноте. Когда тебе протянул ты его лади, и в это не святой Валентин. Не сходишь сил, в шагах руку протяну, своим путем должен твой пересечь страху. А снег идет, зелень царку, не забывай колокольцами зря. И снова нет никого за твоим окном, одна зима, чему над тобой было. Как эти снег, белый снег и затем уло. Ты хочешь, ты разрешаешь меня. Ведь он придет, поедет на день. Влюбленный день настает, поедет на день. На белый снег под окном рядом счетать. Я пойму, что я вновь не один. Ведь он придет, поедет на день. Святой Валентин. Я пойму, что я вновь не один. Ведь он придет, поедет на день. Любовь и день настает, поедет на день. Я за тебе протянул, ты его на день. И наконец, на святой Валентин.